Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1, урок 7. А. Как изменяется разность, если уменьшаемое увеличивается или уменьшается? Если уменьшаемое увеличивается, то и разность увеличивается. Если же уменьшаемое уменьшается, то и разность уменьшается. Б. Как изменяется разность, если вычитаемое увеличивается или уменьшается? Если вычитаемое увеличивается, то разность уменьшается. Если же вычитаемое уменьшается, то разность, наоборот, увеличивается. В. Не вычисляя, расставь разности в порядке возрастания. На первое место мы ставим 42 минус 32. Затем 67 минус 32. 74 минус 32. Посмотрите, на данном этапе у нас увеличивается уменьшаемое. Раз она увеличивается, то и разность увеличивается. А мы разности расставляем в порядке возрастания. Итак, с первыми тремя примерами понятно. Дальше. 74 минус 15, 82 минус 15 и 87 минус 15. У нас остается вычитаемое неизменным, но уменьшаемое у нас 74, 82, 87, оно увеличивается, то получается, что разность у нас уменьшается. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.